Всем привет! Перед вами человек, человек, ну да, человек, и актриса, которая вернулась с гастролей несколько недель назад, достаточно неплохо их отработала, между прочим. Потом выпустила я премьеру, главную роль, и все это я сделала с переломом нескольких ребер. Вот, да, сегодня я это узнала. Мне пришел результат КТ, я подумала, почему бы это все не сказать и не поделиться с вами. Я планировала уже заранее запись визитки на сегодня, так как нам иногда приходится переписывать эти визитки, с этим сталкиваться лицом к лицу, так как мы меняемся, и за полгода, в принципе, я в себе чувствую и внешние, и внутренние достаточно глобальные изменения, большие такие. Как новости, которые я сегодня получила. Вот. И хочется сказать, что это очень во многом меня характеризует и говорит о том, какой я человек, какой человек и по отношению к себе, по отношению к работе. Узнала бы я про то, что у меня вот перелом несколько недель назад, да я бы поехала на гастроли, я бы не подвела коллектив, я бы не позволила случиться составу. Вот, и обязательно я бы выпустила премьеру и не отказалась бы, конечно, от роли. Да, больно, да, превозмогая, но ну, такова жизнь, нам приходится часто превозмогать себя, свои мысли, боль, события. В принципе, и из этого всего состоит жизнь. Мне это очень нравится, я очень люблю эмоции, разные эмоции. Они меня питают, они мне дают энергию. Я люблю профессию свою, потому что в ней я могу себе позволить не только рефлексировать, что, в принципе, достаточно актуально, ну, для меня, по крайней мере, я человек рефлексирующий, самокопающиеся, но и раскрываться, расслабляться и испытывать такое удовлетворение, когда хорошо, насыщенно пройден процесс, и есть результат, который, ну, в принципе, тебе, вот, кажется, да, он. Теплинская Анастасия закончила в ГИК по первому образованию балерина. По выпуску из ГИКа была принята в губернский театр, несколько лет служила в театре, на сегодняшний день приглашенная актриса губернского и других театров. Вот. Ну, роли играю в основном таких героинь, как бы у них либо не все дома, они очень нестабильные, либо они жестокие, такие холодные и очень любят себя. Вот какая это любовь, это уже не важно. Она может быть разрушительная, она может быть и эгоистичный, вот. Половина из них любит умирать в конце. Это моя любимая. Вот. Очень люблю кино, очень люблю театр, творчество. Давайте создавать, знакомиться, говорить.